из работы с Тихоном Николаевичем Хренниковым? Может, какой-то интересный момент из ваших встреч запомнился вам? Я не думаю, что Тихон Николаевич это был канцелярист и сидел в союзе композиторов там и командовал всеми. Он был композитором, очень активным и просто очень хорошим другом всех абсолютно. Был причастен к судьбе каждого из нас. Человек, который интересовался творчеством. И творчеством этих молодых вот, музыкантов, которые приходили в союз, не потому что это союз композиторов. Просто место, где можно было найти Тихона Николаевича. Я не был его учеником, я просто так эпизодически появлялся. Но когда касалось таких как-то ключевых моментов в биографии вот каждого из нас, он обязательно как-то не только проявлял интерес, это многие делают, но активно вторгался. Прежде чем представить эти материалы, скажем, на ту же государственную премию, он говорил, как нужно, вот, как лучше, как... Собственно, готовил предпосылки для того, чтобы там не было необходимости потом толкать и там еще там кого-то обзванивать и все. Вот он был человек дела, а не просто, так сказать, всяких закулисных манипуляций. Он с мэтрами, те, которые, скажем, работал рядом, Рама Ильич Хачатурян, я знаю, там, Шостакович, помоложе, Щедрин, эти люди никогда, он не создавал предпосылки, чтобы их как-то сталкивать. Он, наоборот, он был объединяющим фактором. Туда заходили все как к себе, или как к другу, как к человеку, который всегда их поймет. Вот и будучи вот на родине Тихона Николаевича, я вспоминал не только его, еще удивительно, даже не столько, сколько я думал о тех людях, которые так, с такой любовью заботиться о его наследии, о памяти в этом великом земляке. Почему я сразу как-то свои думы повернул к тем, которые вот так заботливо, с такой любовью относятся к памяти Тихона Николаевича? Потому что я знаю в других местах в России, где, к великому сожалению, имея просто выдающихся земляков и няхти, как точат память, а тут оказывается, что и сам музей был открыт еще при жизни Тихона Николаевича. Знаете, это не так просто, потому что нас ждут, пока человек уйдет из жизни, потом начинают очень-очень так не очень охотно что-то делать в памяти о нем, или говорят очень охоче, какой он был человек, а жив, его не, при жизни не видели. Вот, слава Богу, что его при жизни заметили и отметили. Сделали памятником этот дом, в котором родился и жил Тихон Николаевич Хренников. Знаете, это дает какую-то уверенность в своей профессии, не только музыкантам, которые там будут посещать. Потому что, к великому сожалению, чаще всего вот молодые остаются как-то абсолютно без этой энергетики на будущее. Тихон Николаевич в данном случае является непосредственным участником создания вот этого духовного климата, духовной этой ауры, которая вот осталась и после.